В любви требует уважения, но часто портит отношения с партнером собственными колкими замечаниями. Это яркие личности, обладающие благоразумием и рассудительностью. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Также считается, что букве А в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Значение буквы в этом имени символизирует чувство превосходства, говорит о самовлюбленности, стремлении завоевать всеобщую любовь, уважение и признание. Звук «я» в этом имени приятно ассоциируется с ласкательными формами имен и в целом на слух действует положительно. Буква «С» в этом имени означает здравый смысл. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Людей с этим именем считают добродушными, может быть немного наивными, но всегда готовыми прийти на помощь, отзывчивыми и бескорыстными. Это сильные личности, способные привлекать внимание людей за счет своего обаяния, готовы идти к поставленным целям любыми путями. Буква «Н» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.